С 26 июля 2013 года на электронную почту прокурора московского метрополитена стали поступать письма от неизвестных, в которых содержались угрозы убийством и причинением вреда здоровью членам его семьи в случае неполучения ими в ближайшее время 50 миллионов рублей. Мужчина сразу же обратился с заявлением в полицию. Сегодня в 3 часа ночи в ходе оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий, проводимых совместно с ФСБ России, сотрудниками Московского уголовного розыска на 41-м километре МКАД были задержаны двое уроженцев Москвы – 53- и 51-летний мужчина и женщина. Материалы в настоящее время переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.